Раз, два, три. Раз, два, три. Итак, приехали на Слободу Германа Стерлигова. Я, помнится, писал пост на Дзене, и все просили записать видео, показать больше фоток. Ну что ж, выполняю вашу просьбу. Сейчас только что подъехал. Вот так вот выглядит вся эта территория. Организована специальная стоянка, люди с рациями, всех распределяют. Как бы все очень круто, все хорошо сделано для людей. Давайте посмотрим, что дальше. Время 10 утра. Люди все прибывают и прибывают. Пойдем посмотрим, что там организовано. Стоит там колонка, микрофон. Оттуда объявляют, что здесь будет. В общем, вот так. Как дела? По сути дела, ничего удивительного тут нет. Ничего удивительного тут нет. Самая настоящая деревня. Бегают дети. Ну, собственно, хозяйство какое-то организовано. Картошечка, работники, дымом пахнет, собака. В общем, для многих это остается диковинкой, чем-то интересным. Вот смотрите, интересное замечание, шикарный туалет, шикарный туалет. Надо что здесь сказать, надо протестировать, шикарный туалет. Так, ладно, выключим пока, свеженький, смотрите, прекрасно. Вообще сделано все хорошо. Вода подается даже. Боже ж ты мой. Смотри. Шикарные туалеты в самом деле. Вот так вот. Все для людей. Смотрите, как интересно. А? Где вы такое видели последний раз? Я вообще первый вижу. Смотрите, вот тот самый дорогой хлеб, который все считают дорогим. Мед, соль, знаменитые таблички с адамитом. Пожалуйста, пидорасам, вход запрещен. Мыло дегтярное. Сок виноградный. Ну, в общем, все есть. Цены как бы... Цены на самом деле не важны. Квас, я знаю, стоит 250 рублей за пол-литра. Квас 150 маленький. 150 маленький? Да, 300 было. 300 это литровый? Да. Так, ну что, цены, значит. 300 литровый, 150 маленький, надо взять. Сок виноградный. Пойдемте дальше. Здесь мед, все такое прочее. Предлагают. Чача. Бочонок 25 литров. Сколько? Забыл. Здесь было. Здесь 700. Ну, литр, понимаете, 800 рублей. Здесь же она как 900 рублей литр стоит. Нет. А, литр. Это же литр. Здесь 800. Это там 200. Ну, за 2-300 там. Я понял. За 2-400 он берется. Черный лекарь 800, 0,75. Это 0,75. 0,75, да? Ага.
литровый только вот две купил. Забыла она, как обычно. Вермут своя. Она по 1000. Стандартная она. По 1000 вермут. Вот и думайте, дорого это или нет. Чача за 700 рублей. Чача за 700 рублей. Саперави сухое 600. Это Краснодарский край, да? Все понятно. Так, пиво по 200. Мазь от варикоза, мыло самодельное. Огурчики соленые. Огурчики соленые, рыбка, там всякая маслица. Так, казинаки местные. Казинаки почем? Вот такая подложечка будет стоить. Она меду. А, ну не продается. Света, сколько казинаки стоит? Почем казинаки, вот эта плашечка? Плашечка 200 рублей. 200 рублей казинаки. Вот, а вы говорите, дорого здесь, а на Слободе. А что там дешево? Я всегда задаю вопрос, почему там дешево. Спасибо. Я еще тебе хочу сказать, очень дешево ножи продают, парни. Кованые. Мне некого резать. Смотри, пожалуйста, даже сумки. Сумки, портмоне. Ну, в общем, ремесленники самые настоящие. Пожалуйста, яблоки, душки для самолетов, чтобы спать. Хлеб из русской печи, пряник за 250. Ну, как бы все такое настоящее. Вы такое точно нигде не найдете. Когда вы видели последний раз манку за 250 рублей? Я вот не видел. Последний раз в каше. Халва. Трюфельные конфеты. Крафтовый шоколад. Так. А чье производство, скажите? Владимирское. Здесь местное, да? Ну, грубо говоря, недалеко. Понятно. Хлебушек ржаной из русской печи. В общем, надо однозначно все протестировать. Чага, гриб, пожалуйста. Тоже 300 лет его не видел. Мастерская Златослава. Природные подушки. Даже если подушка стоит 1000 рублей, я бы все равно такую рекомендовал. Что там? Пиво. Смотри, что тут целая индустрия подушек. Что внутри, расскажите? Внутри можжевеловая кедровая стружка, вот здесь вот кедровая стружка. Так. Можжевеловая. Действует как антисептик, очищение. Почем такая? 1000 рублей. Вот я же и говорил, как бы цену не знал, вот скажу, даже если 1000 рублей стоит, надо, вот такой, надо вот будет купить. Мы здесь специально одели. То есть это как наволочка синяя, да, вот это? Синяя, это наволочка, да. Можно стирать, легко ухаживать. А внутри, соответственно, вот такая. Подушка из можжевеловой стружки. Делается, ну, как бы, людьми, руками, поэтому не может. Я вернусь с деньгами. Прошу прощения. Сейчас просто забыл, что деньги в машине остались. Поэтому вернусь. А внутри, вот, соответственно, стружки. Да. Помещение, аромат пшеницы. Ну, спать-то на ней можно? Ну, под голову. На ней нужно спать. Все понятно. Потому что она декоративная какая. Нет. Ну, кто-то ее использует просто для аромафитотерапии. Да. Вот, а кто-то спит. Но, все, конечно, все. К ней нужно привыкать, потому что она жестковатая. Все равно. Ничего страшного. Так. Пуховые платки, травки всякие. В общем, вот такая вот кожевенная штука. Друзья, мы приветствуем вас на 8-й крестьянской ярмарке натуральных продуктов. Вот. Так происходит 8-я крестьянская ярмарка натуральных продуктов и ремесел. Доски разделочные, люди делают руками, все хорошо. Белорусы, да? Вот видишь, Люлюша, не знаю, будешь ли ты смотреть, но я тебе передаю. Ты же белорусская, самая настоящая. Вот твои земляки делают доски. Сколько стоит? Я так предположу, 1003 рублей. От 1000 до 2500. Вот вы говорите, дорого на Слободе. Так что вот такие дела. Такая, если попадет в московскую розницу, я думаю, пятерку поставят не меньше. Легко, на да? нее. То есть надо же всем заработать, а здесь вот человек, самый настоящий человек, делает доски своими руками. Вот. А машину все прибывает. И вот там стоянка все наполняется. Так, я деньги забыл. Пойду за деньгами. Так, в общем, что здесь у нас? Мой рой. Ну, понятно, я как бывший.
пчеловод с 27 ульями в деревне, я это все, конечно, понимаю. Медовуха. Почем медовуха? Пол-литра? Пол-литра, да, 350 рублей. 350 рублей. Вот так вот. Ну что, надо взять, я думаю, на пробу-то. Ты что вы там в своей Москве-то видите? Ничего не видите? Вот. Говорю, как настоящий житель Слободы. Кстати, я идея у меня была такая. А вот и сыры. А вот и сыры волшебные. Как это вас мини? Как это медовуха может быть? Это бомба, да? Бомба. Так. Магазин у меня не стал. Магазин или не пробовали? Не снимайте, пробуйте. И надо же людям показать темным, которые ничего не видели. Так, ну скажите, сколько килограмм стоит от и до? От 2,5 до 4. Это крафтовый сыр. То есть это понятно. Одна штука. Я был в погребе у Германа, поэтому да, вы не объясняете. Одна штука мне. В день потолок мы делаем. Сколько выдерживается? От 2,5 месяцев. Есть совсем молодой, у меня сыр, я взял его, ему неделя буквально. Кстати, на вкус и цвет, как говорится. Все понятно, вернусь. Масло топленое, что ли? Топленое масло, настоящее масло грехи. То есть вот эта баночка, я вам гарантирую, 4 года постоит. Как делать ничего, но инду сохранять до 15 лет. Жарить на нем, мазать куда-то его. Ну, это расточительство, конечно, в принципе, конечно, можно, потому что оно не горит. Так. Ну, а так-то использовать его куда? Просто в кашу положить ребенка. Просто в кашу положить. С утра. Как в детстве топленое масло в деревне. Все. Конечно. С утра вы, допустим, одну ложечку съедаете, индусы так делают. Да. Съедаете одну ложечку, и все, на целый день у вас витамин D внутри вас. Понимаете? Спасибо, спасибо. Идем дальше. Блогеры. Свистулька. А мне кому свистеть? Два человека. Сам один. Свищу, свищу лет 20, никто не приходит уже. Знаете, кто такой? Заманушки. Заманушки. Раньше конечно. Девчонки сидели в кустах или вот так прям. Я вырезал из клена лет 30 назад эти свистульки. Отец научил, поэтому я знаю, что это такое. Пойдем дальше. Столярная мастерская. Я так думаю, что не будет никакого здесь практически монтажа. Буду вот так снимать. Сыры снова. Туиски всякие березовые, модный дом, все есть. Черные, какие красивые черные горшки. Вот 3-4 стоит, то нормально. Тыквы. Слушайте, я думаю, надо в ресторан сходить, покушать сначала. Смотри, сколько народу. Причем так вот выглядит 8-я крестьянская ярмарка в Слободе. Топоры. Вот парное молоко откажи за 100 рублей стакан, пожалуйста. Грибы. Вот, собственно, коза. А там за козой крепости сена и столб, на который. Так, на который все полезут. Так. Ну вот, сейчас еще надо сходить еще надо на крепость из сена. Ну так-то тут серьезно все, конечно, так сделано. Коза, серьезно. Вот вымя даже есть, смотрите. А? Прекрасно. Бензопила и что-то, наверное, будут ей выпиливать из этой штуки. Не знаю, как вот называется, тут. Продается ли, зачем она. Ну, кузница организована, пожалуйста. В оперативных целях. В общем, торговля мелким оптом, там амбар, там дальше школа и там пекарня. Я уже был, это я знаю. Это просто видеоряд для тех, кто сюда не смог поехать. Молодой кузнец. Там находится погреб. За вот этим домиком. Молодец. За кондитерским домом. Там, кстати, впереди вот кондитерский дом. Здесь, пожалуйста, можно попить.
здесь ресторан. Поэтому пойдем посмотрим, что тут есть. А вот, собственно, Алена Стерлигова. День добрый. Так, а вот, собственно, сам хозяин. Приветствую. Здорово. Вот, видите, какой приличный человек. Не то, что там всякие москвичи, обколотые москвичи. Вот. Все по бороде. Вот она секера. Ну что, Герман Львович, что решили на столб повесить в качестве приза? Слушайте, мы что, кино что снимаем? Так хамовато немного. Вопрос? Да? Ну я просто, исходя из Инстаграма, вы же объявили, не знаю, что повесить, а я не знаю. Вот я решил у вас спросить, что решили повесить. Все. Что решил Герман Львович повесить на столб в качестве приза, он воспринял как некое хамство. Поэтому, ну, я не знаю, могу ли я спорить с этим. Мне не кажется так. Это просто банальный вопрос. Также консультация травника. Пойду скушаю кашу какую-нибудь. Давайте посмотрим, что здесь внутри. 100% можно заказать еду какую-то, покушать. Вот так выглядит эта изба. Красота. Русская печь. Здрасте. Вы меня не снимаете? Хорошо, хорошо. Хоть как скажете, дело ваше. Я просто интерьеры. В общем, сейчас будем заказывать что-то покушать. Это просто для тех, кто не смог приехать. Посмотрите, как все выглядит. Никакая это не бутафория. Люди живут таким образом. Вот уже 16 лет, поэтому все красиво.